Здравствуйте, это тут смотрим видео по записи Лиги Легенд. Я играю за Мисс Фортуну. Так что буду окидать сверху на врагов ядра и убегать. Так что все максимально просто, на мой взгляд. В принципе, ворам играть просто. 40% на откат покупаешь и спамишь скиллы. Лучше играть за магов, потому что у них все просто. В силу магии закидываешь 40% на откат и просто спамишь скиллы. И смотришь, чтобы хватало маны. Удается довести, по-моему, до 700 силу магии. И получается достаточно интересно в физатаку. Вся прибыль идет на научные хорошо, исследования. Что дамаг там редкий. Такого игрока быстро прыгают и убивают. Все там резко заканчивается. Я одеваю всю магию. Стою на базе. Желчь и грязь. Отличное место для бойни. Можно сказать, накапливаю ману первые 3 минуты. Это основной скилл, который я использую. Такой скилл. Я никогда не снимаю. Сейчас у меня регенерится ману. За счет капли в час. Миньоны идут в бой! Я карту использую скин. Вот так проливают кровь! Потом, соответственно, союзник убит! Мага так. Замедляю врагов, при этом дамаг. Союзник убит! Матрос кормит рыб. Ваш союзник ушел на дно. Thank you.
дыря, блин! Вон он, с Гарризом. Реально. Как-то подкупливает, соответственно. Союзник убит! Союзник убит! Матрос кормит рыб. Подарок для кровавых доков. Двойная добыча. Союзник убит. И это не последний труп. Так, скорость выросла. Никаких там.
Ваш союзник продырявлен. Пусть идет на дно. Ваш союзник ушел на дно. Союзник убит. Союзник продырявлен. Гарон отстает, видимо, в развитии. Как игрок сейчас умирает. Вам поставили метку. Подарок для кровавых доков. Так, союзник убит. У врага серия убийств. Двое за бортом. Thank you.
участник убит. Пусть идет на дно. Руки по локоть в крови! Поднять паруса! Так, это работает как раз. Слишком легкая смерть. Ваш союзник сделал даблкил. Союзник убит! Ваш союзник продырявлен. Противник убит. Из вас выйдет отличный победитель. Конец серии убийств. Прилив сменяется отливом. Союзник убит. Последний труп. Никакой.
квадрокил! Враг сделал пентакил! Эйс! Они еще пожалеют! Так, в общем, что-то тут как-то не очень прет в этот раз. Ваша башня сметена! Ваш ингибитор уничтожен! Из вас выйдет отличный покровитель научных изысканий! Ваш матрос кормит рыб! Ваш союзник ушел на дно! Не надо, ваш союзник продырявлен! Призыватель вышел из игры. Yeah.